На портале «Добродел» стартовало голосование по выбору общественных территорий, где необходимо построить или провести капремонт линий наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Принять участие могут все жители Подмосковья. Отдать голос за одну из предложенных территорий можно до 1 июня. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в проект «Светлый город» на 2022-2024 годы.